любовь – это взаимоуважение, взаимопонимание, это доверие, это поддержка, это радости совместной жизни, это радости от того, что человек, который с тобой каждый день, он тебя понимает, он помогает, подбадривает. Я помогаю, подбадриваю. Когда-то бывают сложные моменты, мы их стараемся разобрать и решить. Самое важное, когда ты счастлив, соответственно, любовь – это и есть то счастье, которое у тебя есть в жизни.